Много машин и мало парковочного места. Так и появляются конфликты между жителями домов и автолюбителями. Паркуются почти везде, на зеленых зонах и детских площадках. Местным жителям такая ситуация не нравится. В соответствии с законодательством нашим местным запрещено парковать на зеленых зонах и детских площадках. Ну, к сожалению, граждане задаются вопросом, что уже сосед поставил рядом, почему я не могу? В законодательстве предусмотрены и штрафы за парковку на зеленой зоне. Они разнятся от 500 рублей до 5000. Притом злостным нарушителям могут выписывать повторные штрафы на такие суммы каждый раз. Людмила обращалась во все инстанции, однако проблема так и не решилась. Госавтоинспекция штрафы за парковку на зеленых зонах не выписывает, перенаправляет в администрацию. Для решения данной проблемы я обратилась в администрацию города Рязани, в управление по делам территории. На что мне пришел ответ, что в связи с тем, что на сегодняшний момент у администрации города Рязань отсутствуют полномочия по получению сведений о собственниках транспортных средств, привлечь нарушителей к административной ответственности не представляется возможным. Людмиле ответили, что она может вступить в программу местных инициатив. Тогда и двор преобразится, и появится парковка. Только проблема в том, говорит женщина, что программа идет в софинансировании с жителями домов. А здесь живут преимущественно пенсионеры, которым это и не нужно. Жильцы говорят, что остается ждать, когда или у водителей проснется совесть, или преобразится территория вокруг домов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».